Лопасти ветрогенераторов превращают воздух в электричество. А совсем рядом, на мусоросортировочном комплексе в Красном Яре, из отходов выделяют полезные фракции – пластик, бумага, стекло, металл. Все это пойдет в дальнейшую вторичную переработку. И ветроэнергетика, и переработка отходов относятся к тому, что сейчас принято называть цикличной экономикой. Экотехнологии активно внедряются в жизнь обычных ульяновцев. Уже полгода в области реализуется реформа обращения с твердыми коммунальными отходами, также называемая реформа чистоты. Ее главная цель – приведение в порядок территории региона. В муниципальных образованиях Ульяновской области есть положительная реакция населения на реформу. Население уже привыкло о том, что по графику приходят мусоровозы, о том, что заменяется контейнерный парк, о том, что наконец-то окраины наших сел, поселков, малых городов не обрастают свалками, несанкционированными свалками отходов, о том, что наши поляны, луга, перелески и даже те же самые овраги, да, которые расположены вблизи населенных пунктов, там не появляется у нас новых несанкционированных свалок. Реформа работает. Станция сортировки отходов находится в зоне ответственности третьего регионального оператора. Он обслуживает Заволжский район областного центра, а также Староманьский и Чердаклинский районы. На станции сортировки разбирается мусор, из которого выделяют полезные фракции. Дальше их отправляют к организациям, занимающимся переработкой. За период полугодовой работы в статусе регионального оператора нами принято более полумиллиона кубических метров отходов. То есть ежедневно к нам приходит порядка 60 машин, мусоровозов Еврокласса, которые собирают отходы с территории жилого фонда нашей зоны, а также с территории предприятий и учреждений. На предприятии работает около 40 человек. В скором времени планируется перейти к труду в две смены. Но одними силами региональных операторов полного порядка в области не навести. Экологическое сознание должно разделяться всеми жителями региона. И поэтому регоператоры обращаются к людям с просьбой убирать за собой мусор, особенно на природе. Ведь ее сбережение – наша общая задача. Егор Титов, новости Управда ТВ.